Если журналист может вот так вот делать, то здорово. Все, больше там нет ничего, ни фильмов, ни игрушек. Ноутбук должен быть чистый. Это iPhone 7, брал не для понта. Это человек, который нормально снимал, у него это внутри уже. Вот, вот этого парня зовут Джамиль Хан, индийский оператор, очень сильно не любит, он консультирует телекомпании. После его консультации телекомпания переходит на смартфоны, операторы увольняются. Картинка, да, скудная, у него видно, что очень хороший ширик, и он старается показать все-таки обзор, все, что происходит сейчас на площади. Видно, что у него подвешен язык, он постоянно не замолкает, о чем-то рассказывает, видимо, о чем-то интересном. Если журналист может вот так вот делать, ну, это здорово. Ну, тут все по-простому, это все-таки мобильный рюкзак, фотоаппарат. Самое важное оружие, это, конечно же, телефон. Штативчик. Обязательно, конечно же, ноутбук. Дальше свет, потому что бывает ночное съемки. Звук. Там всякие разные зарядники еще. Ну, где информация, все медиафайлы хранить лучше здесь, чтобы не загружать ноутбук. На ноутбуке у меня стоит три программы обязательные, которые должны быть. Это Premiere, где я монтирую видео. Ну, каждый выбирает себе. Есть Sony Vegas, но мне в Premiere удобнее. Photoshop и Lightroom для обработки фотографий. Все, больше там нет ничего, ни фильмов, ни игрушек. Ноутбук должен быть чистый. Это iPhone 7. Брал не для понта. Брал исключительно из-за видеокарты 124 гигабайт, которые обязательно здесь должны быть. И, собственно, камера. Здесь очень хорошая камера. Он меня не подводил ни разу. И я слышал, что у андроидов есть проблемы с вирусами. Вот чистить его нужно постоянно. У меня на это нет времени. iPhone этого просто не делает. И все. Это человек, который нормально снимал, он, блин, с закрытыми глазами. То есть у него это внутри уже. Есть ли у человека, у оператора глаза на месте и руки не из, ну, откуда надо растут, то он и фотографирует, и снимает будет нормально. О, здорово, заходи. Привет. Короче, на выбор. Есть авария и провал на дороге. Я поеду на провал. А что это ты сразу на провал-то? Ну, камень, мне нужна бумага. Раз, два, три. Ну, я на провал. Не навернись там. Да пошел.